песня «Газ»! Вот так встретились солнечногорцы зарубежных звезд мировой величины, известных на всех континентах. Многие из тех, кто пришел в этот день на площадь, были и остаются поклонниками творчества Bad Boys Blue. Они с восторгом подпевали группе хиты, под которые в свое время танцевали на дискотеках. А при первых аккордах мирового сингла «You're a Woman» площадь буквально взорвалась. Джон Маккинерне и Карлос Феррейра подарили жителям Солнечногорска 1,5 часа живого концерта, исполнив хиты с 9 альбомов Bad Boys Blue. О, Солнечногорск, это по-настоящему здорово. Мы надеемся, что вам понравился концерт. И мы также надеемся увидеть вас снова. Это не первый визит коллектива в Россию. Напомним, что ранее Bad Boys Blue приезжали в Москву, Санкт-Петербург, Иркутск, Саратов и другие города. Жизни люди меняются, говорят артисты, но неизменной всегда остается музыка и те, кто ее по-настоящему любит. Мы приехали из Москвы сегодня вечером, поэтому мы не посмотрели город, но праздник был замечательным, и люди очень милые. Скоро группа планирует порадовать своих поклонников новым альбомом, а к Новому году Джон и Карлос хотят снова приехать в Россию. We love music. Monica and the music.